Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться, если еще не подписаны. И сегодня мы с вами будем готовить шашлык. Шашлыком обычно в нашей семье занимается мой муж Женя, который сейчас снимает. Поэтому готовить я буду по его рецепту с его подсказками. Завтра мы поедем на дачу, и жарить шашлык на мангале будет уже он. Я только замариную. Поехали. Именно газированная вода делает шашлык таким мягким и нежным. Это фирменный рецепт моего мужа, и поэтому мы всегда, каждое лето, готовим шашлык только на газировке. Мы берем свининку и режем ее на кусочки. Кусочки должны быть примерно одного размера и не очень маленькие. Нюанс по мясу. Мы в этот раз взяли мясо попаснее, посмотрите, на нем вообще нет жира. Но если мы берем кусочки с жиром, обычно мы сразу срезаем это сало, но его не выкидываем. Оставляем в маринаде, и когда шашлык нанизываем на шампуры, сало то, что туда добавляем. В принципе, я знаю, что некоторые это сало вообще не срезают, но мне с ним не очень нравится, поэтому мы делаем именно так. Мяско нарезано, вот такие кусочки у нас получились, теперь мы складываем их в глубокое блюдо или в кастрюльку, главное, чтобы оно туда поместилось. Теперь мы с вами нарезаем репчатый лук. Резать можно кольцами или полукольцами, как вам удобно. Это не принципиально. Добавляем лук к мясу и вот так вот его выжимаем руками, чтобы он дал сок. Прям мнем. Ой, люблю этот рецепт, но глаза разъедает невозможно просто. Надо было очки для плавания надеть. Ой, слезы текут невозможно. Я буду плакать и рассказывать дальше. Теперь мы добавляем к шашлыку сухие травы и черный молотый перец. Соль будем добавлять только перед жаркой. Перемешиваем все хорошенько. Теперь заливаем наш шашлык газированной водой. Нам нужно, чтобы вода покрыла полностью мясо. Поэтому точное количество я вам здесь тоже не скажу. Все зависит от объема мяса и от вашей посуды. Теперь убираем это блюдо в холодильник и оставляем... Ну, можно оставить на час, но лучше всего, конечно, чтобы мясо промариновалось ночь. Мы поедем на дачу завтра утром, и оно тогда получится очень мягкое и вкусное.